Давай. Расскажи, на третий раз какая скорость заправки у тебя? Заправки автомобиля? Да, именно по М5 я смотрю, ты специализируешься очень хорошо. Салфеточку, да? Да, это сейчас поможет. О, народ, видите, снимает как. Просто подходит толпами, вообще реально снимают нас. Мы сегодня, наверное, в какие-то новости такие локальные попадем в каком-нибудь районе. Там, может, драйв-3 какой-нибудь местный есть и точно нас покажут. Нас по порно-каналу покажут. Так, мы тут все дружно пытаемся видеть. В данном случае, по-моему, автомобиль имеет нас. 100%. Меня вообще самый в Москве. Имеет мой хороший автомобиль. Я, наверное, сейчас, короче, буду сидеть дома. И сидеть, наверное, буду в трусах и курить кальян. Смотреть вот эту видеозапись. Эрик, послушай меня, пожалуйста, дружище. Не вози больше эту хрень в багажнике. Я тебе реально говорю. Посмотри сейчас на меня. Ты еще куришь кальян, ты, наверное, уже доехал до Москвы, тебе по кайфу. Ты сидишь, куришь кальян, смотришь там на драйве, отписываешь, блоги создаешь. А я-то тот Эрик, который сейчас в этом времени, сейчас стоит здесь и парится вот с этой фигней, и ждет, когда там вот выветрится вот это все говно. Ты чуть не загорелся, братан, аккуратней. Ну ты что? Какую-то... Я новую тему придумал. Игра во времени. Все, держись здесь. Все. Смотри, я сделаю. Вот так приходят ко мне мысли. Вот так просто что-то сказал. Хрень. Вот запас у настоящего бойца вот такой должен быть. Семки. Слушай, а можно там?